газоне у кинотеатра «Искра» часто можно услышать музыку, но сегодня здесь не концерт или дискотека. Молодые люди разминаются перед тем, как выйти на дистанцию. 2 августа 2017 года мы запустили проект «Вызов бег». Это проект, суть которого состоит в том, что мы с ребятами, со знакомыми, с теми, кто приходит, собираемся в одном месте и устраиваем массовые пробежки. Нередко ребят вдохновляют старшие товарищи. В первой в этом году пробежке приняла участие Ольга Хмельнова, профессиональный фитнес-инструктор и ультрамарафонец. С ребятами она поделилась секретами правильного бега. Для того, чтобы начать бегать, нужно бегать потихоньку. Вот прям самый минимум, самый-самый тихий ход. Не ломить, не стараться быстрее бежать, тогда вы полюбите бег. В прошлом году в акции приняло участие более 100 молодых людей. В среднем на одну пробежку выходило 25-30 человек. Возраст участников от 16 до 20 лет. Бросить вызов самому себе! Среди тех, кто отправился на первую в нынешнем сезоне пробежку, немало таких, кто участвовал в мероприятии в прошлом году. Но есть и новички. Это приносит очень большой тонус жизни, заряжает энергией. Я хочу всегда быть активной и здоровой. То есть в обычной жизни бегаете? Да, я иногда занимаюсь пробежками, но не серьезно пока что. Хочу этим все-таки увлечься целенаправленно. Атмосфера более чем демократичная. Здесь каждый сам выбирает для себя дистанцию. Она может быть как 3-4 километра, так и более 10. Как самочувствие? Отлично. В нынешнем году акция проходит под девизом «Стань лучшей версией себя». И касается это не только физической формы. Сами организаторы отмечают, что цель проекта намного больше, чем просто бегать вместе. Изначально была цель проекта, это как раз-таки, как наш девиз звучит, это бросить вызов самому себе. То есть превзойти свои какие-то нынешние результаты, улучшить себя. Вот. В процессе мы еще увидели вторую важную цель, это объединение вот людей, которые как раз-таки хотят становиться лучше в одну команду. Бегаем, общаемся, друг друга поддерживаем, какие-то призы дарим, поздравляем с новыми результатами. Присоединиться к проекту может любой желающий. Акции проходят каждую неделю. Расписание легко узнать в социальных сетях. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.